В 2022 году сферу ОСАГО ждет очередной этап реформы, в результате которой стоимость полиса может подорожать вплоть до 60%. Подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал «Автосправочная». Как я уже рассказывал, в январе 2022 года 9 января текущего года вступило в силу указание Центробанка, согласно которому были внесены существенные изменения в систему тарификации ОСАГО. В частности, согласно тексту данного указания, были расширены в очередной раз базовые тарифные коридоры, а также были пересмотрены коэффициенты по ОСАГО. Коэффициент бонус-малус, коэффициент, который зависит от прописки, коэффициент возраста стажа, а также коэффициент, который зависит от неограниченности страховки. Традиционно, как это было и в прошлые разы данной реформы, страховка для неопытных и молодых водителей по итогу стала дороже, страховка для более взрослых, для более опытных водителей должна была стать более дешевой, более доступной. Однако на самом деле это не единственное новшество, которое ожидает российских водителей по ОСАГО в 2022 году. Это пока что еще, скажем так, первый шаг. Впереди нас ждет еще более глобальная реформа, которая является, опять же, частью реформы по либерализации, по индивидуализации тарифов ОСАГО в России. В 2022 году на сегодняшний день обсуждается внедрение двух изменений. Первое изменение – это увеличение лимита выплат по ущербу жизни и здоровью по ОСАГО. Второе изменение – это отказ от учета износа при расчете стоимости ущерба по ОСАГО. Что касается лимита по выплатам ущербу жизни и здоровью, на сегодняшний день, как вы помните, этот лимит по полису ОСАГО составляет 500 тысяч рублей. В 2022 году уже на сегодняшний день достигнута предварительная договоренность между Банком России, страховщиками и всеми заинтересованными ведомствами на тему того, чтобы увеличить этот лимит сразу в 4 раза, то есть текущих 500 тысяч рублей сразу до 2 миллионов рублей. Понятное дело, что это изменение потянет за собой вверх и полис ОСАГО, то есть его стоимость. По предварительной самой оценке исполнительного директора РСА Уфимцева, вот это вот единственное изменение в части лимита по выплате ущерба и здоровью уже может увеличить стоимость полиса ОСАГО примерно на 30%. Второе изменение – это отказ от учета износа при расчете стоимости ремонта. На сегодняшний день, я напомню, принята такая система, что ты можешь получить либо направление на ремонт, так называемое натуральное возмещение после ДТП, либо получить эту выплату деньгами в некоторых случаях, когда, к примеру, в твоем регионе нету сертифицированного СТО, либо еще есть какие-то проблемы с направлением на ремонт, в таком случае ты можешь получить в качестве исключения выплату по полису ОСАГО наличными, скажем так. Но фишка в том, что если ты получаешь направление на ремонт, то есть выплата осуществляется в натуральной форме посредством осуществления ремонта за счет страховой компании, получается, в таком случае износ не учитывается. Если же ты получаешь выплату деньгами, то в этом случае учитывается износ. То есть автомобиль, если не новый, год выпуска у него довольно-таки старый, то страховая компания, получается, вычитает из стоимости новой детали разницу. То есть потому что у вас, получается, на автомобиле детали уже изношенные считается, что они старые. И, соответственно, согласно действующему закону об ОСАГО, вот этот износ может составлять до 50% стоимости новой детали. Естественно, при этом человек, когда получает выплату, он едет в магазин и покупает новые детали. Соответственно, вот этой выплаты за вычетом износа ему, как обычно, не хватает. И он вынужден либо доплачивать свои деньги для того, чтобы ему хватило на ремонт, либо судиться уже с виновником ДТП на тему того, чтобы он компенсировал вот эту разницу между выплатой по ОСАГО и между фактическими затратами на приведение транспортного средства в исходное состояние. Чтобы избежать вот этих проблем, в качестве одного из этапов этой реформы 2022 года как раз-таки предлагается при выплате денег наличными отказаться от учета износа деталей. Понятное дело, что это в конечном итоге опять же наложится на стоимость полиса ОСАГО для автовладельцев. К примеру, по оценке Центробанка, вот эти два изменения, то есть увеличение лимита выплат и отказ от учета износа, должно прибавить к стоимости полиса примерно 48%. Однако Российский союз автостраховщиков
считает, что изменение будет более кардинальное и стоимость полиса ОСАГО должна вырасти примерно на 60%. Однако это произойдет в случае одновременного введения вот этих двух этапов. Чтобы этого не произошло, РСА предлагает развести по времени эти два этапа. В первую очередь предлагается увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью, посмотреть, каким образом это повлияет на фактическую стоимость полиса ОСАГО, и уже в дальнейшем думать, когда и каким образом отказываться от учета износа деталей по ОСАГО. То есть два этих события должны быть разделены по времени, но не исключено, что оба они в итоге произойдут до конца 2022 года. Давайте я покажу вам официальный пресс-релиз, который был опубликован 2 февраля текущего года на портале для журналистов от Российского союза автостраховщиков. Первым этапом планирующейся реформы ОСАГО станет увеличение лимита возмещения за вред жизни и здоровью в 4 раза, с нынешних 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Соответствующие консультации идут в настоящее время между Минфином и Банком России с участием РСА, сообщил президент РСА Игорь Юргенс. Мое предсказание, что начнем, наверное, с 2 миллионов рублей на расширение лимитов выплат, потому что это логично для того, чтобы сделать единообразным покрытие по вреду жизни и здоровью по всем обязательным видам страхования. Кроме того, в 2 миллиона рублей оценивается потеря человеческой жизни не только в страховании, но и при других государственных выплатах. Дальше пойдем оценивать, сколько будет стоить отмена износа и когда это реально претворять жизнь, сказал Игорь Юргенс. Он напомнил, что еще одно важное обсуждаемое новшество – отказ от учета износа деталей по ОСАГО. По словам президента РСА, оно должно быть разведено по времени с первым этапом, чтобы не допустить слишком заметного роста тарифов по обязательной автогражданке. Ранее Банк России оценивал совокупный рост тарифов от двух новаций сразу, увеличение лимита выплат по жизни и здоровью и отмене учета износа – 48%. Прогноз РСА в случае принятия поправок одновременно несколько выше – до 60%. При этом Юргенс подчеркнул, что это средняя величина. Для кого-то повышение составит 10-15%, а может произойдет и снижение цены, а для аварийных автовладельцев рост может составить и 80%. Например, сейчас наиболее аварийные категории – такси – по-прежнему недооценены по тарифу. За них фактически доплачивают обычные автовладельцы – при том, что сами таксопарки практически удвоили цены на свои поездки. Игорь Юргенс сообщил, что реформа предусматривает также отмену коэффициента мощности и региональных коэффициентов, а конечной ее целью является свободное ценообразование в ОСАГО, когда тариф будет ограничен регулятором только сверху и снизу. Вот такая вот информация, то есть если эта реформа будет все-таки осуществлена в 2022 году, я думаю, что стоит ожидать довольно-таки существенного роста стоимости полиса ОСАГО для водителей. Что вы думаете по этому поводу, каким образом все это дело повлияет на конечную стоимость автогражданки, вы традиционно можете поделиться в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что досмотрели его до конца, всем удачи на дорогах и всем пока!